Да, да, да. Стражники. Спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит. Чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь воронов? Трудно их не заметить. Они шпионят для Машавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Особенно для друида. Надо думать, Машавур очень любит живую природу. Да. Выглядит как живой.
Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением мышавуры на поверхности. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Монстры. Я чувствую. Они приближаются. Они повсюду. Странно. Пахнет грибами. Покончим с этим. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Выглядит как живой. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Урабороса должна быть здесь. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста, литературная биография Раймонда Марлёви. Письмо с печатью мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Бесстыжая манипуляторша. Бессовестный интриган. Шишка. Кто бы мог подумать, это женский плод. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на Дракаре из ногтей мертвецов. Трубка. Похоже, мышавур заказывает себе настоящий табак. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Краснолюдский. Тройной выдержки. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись.
дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Меч в камне. Может, вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Череп ребенка? Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем порой нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Геральт, иди сюда. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Берегись. Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать и побыстрее. Да. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня! Черт, я порвала платье. Подожди минутку, надо его зашить.
Ты что, шить умеешь? Я тебя умоляю. Я зачарую иглу. Постой. Что еще? Крах нас уже ждет. Плевать, пусть ждет. Я очень по тебе соскучился. Сожгла бы уже эту рухлядь, сколько можно. Жалко зверушку. Столько воспоминаний. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждет. Ах так? Йен, отпусти гриву. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. А-ха-ха. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись. Краханкрайт спрашивал вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано! Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Сын не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Пусть победит лучший. Или лучшее?
Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикерок. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду, и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует. Я бы запомнил такой шторм. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Машавур. Точнее, мне не дает. Мы с ним из-за этого уже поссорились. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Машавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт Скеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд, передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удальрик не псих. Что его прокляли. Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Логос Безумный скорее поддержит нильфгардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удальрику. Керис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордоров я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Хьялмар решил, что убить великана и отдать остров людям — поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани,
Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если всех уже поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Славный получился пир, Крах. До свидания. Я хотел поговорить. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. А скажи еще раз, куда отправилась Керис? На Спикерок. Вбила себе в голову, что должна помочь Удальрику. В чем? Хотел бы я знать. Он отважный мужик. Кое-кто говорит, что он слишком горячий, но... Если уж Керис захотела славы, отправлялась бы лучше вместе с Хьялмаром. А так, никто не знает, что она надумала. Как там поход Хьялмара? Есть новости? Ха! Что, завитки берут? Если так хочешь к нему присоединиться, может, еще не поздно. Пожалуй, я и правда съезжу на Ундвик. Ты поспрашивай в новом порту. Все из клана Тордорах, кто выжил, крутятся там. На великана они идти отказались, но поболтать всегда готовы. До свидания. Пойдем с ними в налет. Гвинблейд? Такими клиночками можно разве что в зубах ковырять. Ор, вот это да. И тьма? Ты надрался, как свинья. Я? И вдруг что? Должен убить, должен. Я тоже сам. Есть вести от Хьялмара? Нет. Пес, подери! Бродяга! Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Ведьмак?
Я хотел поговорить. До свидания. Гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты! Ты из какого клана? Не из какого. Я с большой земли. Здесь пьют только воины Скельги. Так что вы тут делаете? На воинов вы не похожи. Скорее, на пастухов. На Скельги каждый воин. Пусть даже родился в шалаше. А тебе этого не понять. На большой земле каждый кому-то раб. Кому-то ластится, как пес под столом объедки выпрашивает. Кто путешественника под свой кров не примет, тот стыдом себя покроет и позором. Или отец вас не учил? Думай, что говоришь о моем отце, Йорун. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни. Здесь не Каэр-Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Тебя, значит, путники не раздражают. Меня раздражают глупцы. Неважно, откуда они родом. Геральт из Ривии, ведьмак. Йорун, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. Еще. Покажи, что продаешь. Все самое лучшее. Только приблуды с большой земли все равно ничего не смыслят ни в еде, ни в выпивке. Счастливо, спасибо за теплый прием.
Ну, чего еще? Предлагаю сыграть в гвинт. Thank you.
Если глаза мои не врут, меня посетил сам Белый Волк, воин, философ, герой-любовник. Кто-то наболтал тебе ерунды. Друг самого великого мастера Лютика. Великого мастера Лютика? Ну как же, он памятник тебе воздвиг прочнее, чем в бронзе. Когда ты встретишь его, Белый Волк, передай ему слова признания от Сигурда, самого преданного поклонника его таланта. Когда я его встречу, то скажу, что думаю о его фантазиях. Как можно обижать поэта? Я сам с кузнечного дела живу, но всегда мечтал ковать слова. Покажи мне свои товары. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру.
прешь. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите-то в кочну. Купить чего ты желаешь? У нас тут выбор, будь здоров. Не хуже, чем в лучших новиградских лавках. Поторгуем. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
что ты готовишь? Эй, суп из бараньей головы. Молодец, пьет черт. Уже мне такое спокойствие. Как пить дать? Затишье перед бурей. Привет! Хочешь взглянуть на наши запасы? Я так понимаю, это все продается? Оружие не должно собирать пыль. Особенно если найдется кто-то, кто сумеет его оценить. Да я вижу. Зериканские зефары, махакамские топоры, верледомки. Откуда у вас столько товаров с большой земли? Море дает. А если не дает добром, вы отрубаете руку вместе с мечом? А что, думал, волны выбросили все это на берег вместе с ракушками? Что еще вы привозите из походов? Да все самое нужное привозим. Дорогие вина, шелка, драгоценности. Ну и женщин. Должен же кто-то им пользоваться. А ты слышал об орущей гульде по прозванию Бездна, которая бабка Лукаса Безумного? А Сансой Золотоволосой? О, она в свое время была самой красивой женщиной в мире. И обе были полонянками. Покажи мне свои товары. Я бы не отказался от партии в Гвинт. Thank you.
Приветствую. Чего надо? Какой ты веселый. Какое у тебя будет настроение, если ты сына потеряешь? Так чего хотел? Что случилось с твоим сыном? Утонул. Синий кит перевернул лодку. Это был его первый поход в Северные воды. Мне очень жаль. Море не вернуло тело. Я не похороню его. Он не сядет на перу с предками. Я хочу посмотреть твои товары. Да пожалуйста. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт. Thank you.
красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Клан Тирш. Короля. Ну? Как дела на Фарерах? Как всегда. Свистит или вмялью. Гордостью от тебя так и пышет. А чего тут скрывать? Фареры — это скалы, поросшие соснами, а нам большего и не надо. Сосна не наешься. Зато из нее можно сделать дракар и съесть то, что вырастили другие. А перед этим забрать их золото и женщин и сжечь дотла их халупы. Так живет клан Димун. Прощай. Чего надо? Ближе не подходи. Опалишься. Что у тебя есть на продажу? Я бы не отказался от партии в Гвинт. Как вы себя чувствуете? Thank you.
его живым из садов Фрейи не вернулся. Невлада, у тебя есть? Я ей тараканов давлю. Прими Хинга! Справи голову! Привет тебе, незнакомец. От соленого воздуха всегда пить хочется, да? Дай взглянуть, что там у тебя. Еще больше хочется сыграть в карты, лучше всего в гвинт. Ну, наконец-то! Не знаю, как у вас,
А у нас, если кто согласился вести дела, то потом не телится. Какие дела? Ладно тебе. Давай прямо говори. Времени и так нет. Нильф этот, Вилли, говорил, что пришлет сегодня за товаром. Так что топай внутрь и веди себя прилично. Ну ладно, идем. Думаешь, можно развлечься? Теперь уж поздновато. Купец всех заберет. Так никто ж не заметит. Лучшее оружие чем, если слабая рука его, не приходится платить за богатую добычу. Да, таких набегов и нас не было. Так это я не собаку шу добычу. Издеваетесь? Гляньте на этих людей, кожа на кости. Говорит, ты меня ждал. Как там товар? Нескольких пришлось успокоить, но все без особых повреждений. Это сильные островитяне. Будут хорошо на тебя работать. Хорошо. Вилли халтуры не любят. А тебя точно Вилли прислал? Я-то ожидал кого-то более нильфгардского. По-твоему, я должен носить большое солнце на груди? Тогда я буду достаточно нильфгардский. Ладно, ладно, без нервов. Товар готов. Не люблю, когда людей называют товаром. Да мне один хер, чего ты любишь. Помнишь, насколько мы договаривались? Деньги с собой? Ты что-то напутал. Я уже заплатил. Я пришел только людей забрать. А, да, да, точно. Остается вопрос, как их довести. Доставкой мы не занимаемся, так что лучше всего будет, если ты приведешь свой корабль сюда, в залив. Просто дай мне ключи от клеток. И что потом? Пехом будешь их гнать? Один? Кто не дойдет, тот не дойдет. Вилле нужны только сильные. Ну ладно, бери. Только чтоб потом жалоб не было. Они теперь твоя собственность. Смотри под ноги. Что с тобой? На кости. Надо было ему всадить клинок под ребро и все дела. Приехал торгов. Теперь вы принадлежите мне и должны меня слушаться. Кто будет дергаться, убью как собаку, понятно? За мной! Вы свободны. Идите на запад, доберетесь до деревни. Спасибо, ведьмак. Еще раз спасибо.
тобой слежу. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его не трусит, правда? У нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. И откуда ты такой взялся на островах, а? Пустой топор никогда не затупится. Ой, бледнорожий. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его. Отчаянный странник, в одиночку путешествовать. И откуда ты такой взял? Ну ты берешь. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Я 30 сотен баранов убил. Нет. Сейчас мне фунтов 6 серебра будет. Тихий, опрыткий. Соблюдай наши обычаи, приблуда. Соблюдай наши обычаи, приблуда. Гляди какой. Тихий, опрыткий. Хренушки. Медь на спине, фунтов 6 серебра будет. День добрый. Отличная таверна. Какая это таверна? Это дом воинов. И что делают в доме воинов? Дерутся? Бывает, и морду кому начистят. Это да. Но обычно приходят выпить, поесть, погреться у огня, поговорить, послушать скальдов.
чем не таверна? Эх, вам с большой земли не понять. Ты выпей нашего меда, может, поумнеешь. Покажи, что у тебя есть на продажу. Как насчет партии в Гвинт?